Получить диплом или права сейчас предлагают сотни интернет-ресурсов. О законности этих документов никому объяснять не нужно. Но насколько вообще законно существование таких сайтов? И какие еще интернет-порталы работают вне закона? Об этом мы сегодня поговорим в нашей программе с начальником отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Чувашской республики Сергеем Александровичем Кабуркиным. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, Татьяна. Давайте начнем нашу программу с просмотра сюжета по нашей теме. Стоп! Опасно! Борьба с сайтами с вредной информацией в сети идет давно. На передней линии обороны Роскомнадзор и все правоохранительные органы. Закон запрещает распространять информацию, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также другие сведения, за распространение которых предусмотрена уголовная или административная ответственность. Признаки детской порнографии, признаки пропаганды наркотиков, признаки призыва к самоубийству, азартные игры и незаконная продажа алкоголя в сети интернет. Вот в случае, если обнаружили непосредственно эту информацию, то можно пожаловаться через эту форму, и информация будет, в общем-то, заблокирована во внесудебном порядке. Вся остальная информация, которая наносит вред, и информация, которая может нарушить чьи-то права, блокируется лишь в судебном порядке. Пожаловаться на такие ресурсы может каждый пользователь. Для этого нужно зайти на сайт Роскомнадзора или сразу набрать в поисковике «Реестр запрещенных интернет-ресурсов». Я же вам покажу непосредственно, как это сделать с любого сайта Роскомнадзора. Для этого необходимо зайти на сайт Роскомнадзора, пролистать вниз страницу, где вы увидите надпись «Единый реестр запрещенной информации». Необходимо пройти по данной ссылке. После этого выйдет непосредственно сам единый реестр, вылезет форма, где можно подать жалобу. Для того, чтобы, в общем-то, непосредственно это сделать, нужно зайти в прием сообщений. В этом году больше всего обращений поступило по поводу сайтов, которые предлагают поддельные документы. Так как это незаконно, то такие интернет-ресурсы тоже закрывают. За 9 месяцев 2017 года в наш адрес, в адрес Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике, поступила информация о необходимости блокирования более 2000 сайтов, адресов сайтов. Это 2152, если быть точным. Из них более 1000. 120 сайтов с экстремистскими материалами, 1032 различного рода категории информационных материалов, признанными таковыми, запрещенными к распространению на территории Российской Федерации в соответствии с судебным решением. Более 400 сайтов, которые предлагали ложные права, медицинские справки, дипломы, заблокированы по представлению прокуратуры Чувашии. Органы прокуратуры Чувашской Республики на постоянной основе мониторит сеть интернет на предмет выявления запрещенной законной информации и в последующей ее блокировки. Но еще раз также хотелось бы указать, что любой гражданин России, в том числе нашей республики, вправе обратиться в прокуратуру с соответствующим заявлением, по которому будет проведена проверка. И действительно, если информация подтвердится, действительно, если информация запрещена к распространению, в том числе через сеть интернет, то прокуратура примет все меры, в том числе в судебном порядке, для того, чтобы данный сайт заблокировать. Итак, Сергей Александрович, резюмируем. Давайте еще раз проговорим, какая информация запрещена, строго запрещена к распространению в интернете, и относится ли это к другим формам публикации, например, информации в газетах, на листовках, то, что пишут на зданиях, на улице, на асфальте. В соответствии с федеральным законом об информации, информационных технологиях и о защите информации существует определенный перечень информации, которая признается запрещенной. В частности, к ней относится та информация, за которую предусмотрена уголовная либо административная ответственность. К примеру, та же самая продажа дипломов, либо продажа справок о медицинских осмотрах без фактического прохождения этого медосмотра, или если мы говорим про дипломы, то без фактического прохождения обучения. То есть такая информация, она заведомо является незаконной, влечет ответственность за это, а потому в силу указанной федеральным законом, является запрещенной. Что же касается непосредственно подобной информации, размещаемой в газетах, на листовках, она также подпадает под действие этого закона. И также в случае, если содержание этой информации свидетельствует о наличии признаков уголовной либо административной ответственности, то тогда, соответственно, она тоже является запрещенной. То есть, получается, любая информация, которая каким-либо образом призывает, получается, это же к преступлению,
Да, совершенно она верно. Она является запрещенной. Да, совершенно верно. Это императивная норма федерального закона, которая прямо относит такую информацию к запрещенной. Как строится ваша работа с такой запрещенной информацией в интернете? Вообще, что делает ваше ведомство? Все оперативные работники прокуратуры ориентированы на выявление подобной информации и, соответственно, принятие полного комплекса мер прокурорского реагирования по ее блокированию. То есть нами активно применяется такая мера, как ограничение доступа к подобной информации путем обращения в суды с требованием о блокировке указанной информации для того, чтобы пресечь эту противоправную деятельность. Сергей Александрович, каждый работник прокуратуры мониторит сеть интернет или это по каждому направлению, либо это какие-то специальные люди? У нас в каждой прокуратуре есть конкретно закрепленные работники, в котором вменено в обязанность осуществления мониторинга сети интернет именно на предмет обнаружения такой запрещенной информации. И, соответственно, если она обнаруживается, то принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования, как я уже сказал. Какое наказание предусмотрено за распространение запретной информации в интернете? Вообще сложно ли найти нарушителей? Или закрытием сайта все заканчивается? Хочу отметить, что в данном случае нами активно, то есть самой распространенной мерой реагирования, это является обращение в суд. То есть нами в этом году уже направлено 877 таких заявлений в суд. Они все удовлетворены. То есть и это порядка более 1000 сайтов, только органы прокуратуры республики, они к ним ограничен доступ. Что касается непосредственно ответственности, которая предусматривается за размещение данной информации, конечно, здесь есть определенные сложности по установлению лиц, которые ее разместили. Есть определенные сложности, но хочу отметить, что, например, та же самая информация о продаже алкогольной продукции путем сети интернет подпадает под признаки административного правонарушения. Это статья 13.15, часть 8 КОАП Российской Федерации. Соответственно, при установлении виновного лица, соответственно, такие меры будут приняты к нему. В необходимых случаях материалы направляются для проведения уголовно-процессуальной проверки правоохранительные органы, а также для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Конечно, по статистике большое количество сайтов закрыты, но они же растут как грибы после дождя. Одни закрываются, другие открываются. Какие у вас планы в этом направлении работы? Что нужно делать, чтобы работа была более эффективной? Ну, действительно, на первый взгляд может показаться, что эта работа, она бесконечна. Действительно, как вы правильно говорите, создание сайтов – это не такой трудоемкий процесс. Но если мы эту работу проводить не будем, то они будут множиться не как грибы после дождя, они как в геометрической прогрессии. И, соответственно, больше людей, больше охват лиц будет, которые получат этот доступ к этой запрещенной информации. И поэтому, ведь не только мы проводим эту работу, это в целом по России проводится работа всеми органами прокуратуры республики. И надо отметить, что тысячами, сотнями тысяч исчисляется количество заблокированных сайтов. То есть все равно это, за этими цифрами стоят такие данные, что сколько-то сотен, может, тысяч человек не получили доступ к этой информации. Соответственно, они не ознакомились с ней, и у них не возникло желания совершить какие-то противоправные действия. Вот. Поэтому эта работа, она как нами проводилась, она так и будет проводиться. И в процессе этой работы мы также совершенствуем методы работы, способы выявления подобной запрещенной информации. Ну и все же статистические данные говорят о том, что все-таки количество таких сайтов с запрещенной информацией, оно все-таки снижается. И в этом не только вот эта роль сама, но и наша работа по освещению этой деятельности в средствах массовой информации. О том, что мы говорим, что такая информация, она действительно противоправна. Она может повлечь в том числе и уголовную ответственность того лица, который, скажем, приобрел тот же самый диплом. То есть уже использование этого диплома, оно уже влечет использование его, поступление на работу
влечет уголовную ответственность. Для того, который его приобрел. Для который, да, его приобрел. То есть и у нас есть такие случаи также. Вот. И поэтому эта работа, она... То есть еще до людей эффект. Донести да, информацию, да. Что не стоит покупать поддельные документы. Все равно, когда это вскроется, они понесут за это ответственность. Да, совершенно верно. То есть эффект от этой работы, он есть. То есть в совокупности с принимаемым мерами реагирования, с освещением в средствах массовой информации, с правовым просвещением, то есть мы постепенно движемся вот именно к поставленной цели. Можно ли сказать, что эта работа становится эффективнее, когда и люди обычные, общественность к этой проблеме подключается, и чем больше обычных людей даже будут заносить различные сайты в реестр запрещенных, тем больше их будет блокироваться, когда как бы огромное количество людей будет за то, чтобы заблокировали этот сайт. Да, совершенно верно. Инициировать блокировку сайта может любой гражданин, который обнаружил подобный сайт путем направления той же самой информации в управлении Роскомнадзора по Чувашской Республике. Кстати, хочу отметить, что Роскомнадзор, он ведет единый реестр. Он называется «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайта в сети интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, которые содержат информацию, распространение которой Российской Федерации запрещено». Вот. И, соответственно, если уже эти сведения включены в этот единый реестр, то уже на основании поступившей информации Роскомнадзор уже автоматически блокирует данную информацию. Получается, какая бы практика была, не была, хоть судебная, хоть внесудебная, это уже другой, да, вопрос, это касается информации, содержащейся на сайте. Механизмом блокирования занимается Роскомнадзор. Да, то есть это да, специально созданный орган, который призван оградить население, наших граждан от информации, которая запрещена к распространению. С какими трудностями в этом направлении вы еще сталкиваетесь в своей работе? Ну, одну трудность вы сами определили, то есть это бесконечное множество подобных сайтов, но нас это не останавливает. Мы все равно эту работу как осуществляли, так и будем ее продолжать. У нас есть наработанный механизм, методика обнаружения таких сайтов, и, соответственно, уже есть судебная практика по признанию такой информации запрещенной. А с какими-то необычными ситуациями вы сталкиваетесь в работе с запрещенной информацией в сети интернет? Ну, необычная ситуация при проведении указанной работы, она связана с необычностью размещенной информации. То есть наряду уже с указанной вами информацией о продаже дипломов, различного рода медицинских справок, там, о продаже дистанционным способом алкогольной продукции. У нас в последнее время органы прокуратуры ориентированы на выявление сайтов по торговле редкими животными, например, занесенными в Красную книгу. Уже такие примеры у нас есть. Например, по инициативе органов прокуратуры республики в текущем году уже заблокированы ряд сайтов, где содержались сведения о продаже леопарда, а также ряда птиц, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации. Также органами прокуратуры республики принимаются меры по признанию информации запрещенной к распространению Российской Федерации, которая содержит сведения о продаже сильнодействующих лекарственных препаратов, а также вот в последнее время нами выявлены сайты, которые предлагали к продаже магниты, которые используются для изменения показаний приборов учета, тех же самых приборов учета воды потребленной соответственно, в жилом помещении. Кроме того, также активно принимаются по запрету реализации в сети интернет запрещенных орудий лова, например, это электроудочки. То есть такие факты тоже имели место. По заявлениям прокуроров такие сайты были заблокированы. Глобальный такой очень вопрос – защита детей в интернете от опасной информации. Это вообще задача любого взрослого, задача правоохранительных органов и других структур. Как ваше ведомство работает именно в этом направлении, чтобы дети не попадали на сайты с опасной информацией? Именно вот здесь есть какая-то своя особенность, может быть? Или работа такая же? Ну, здесь, да, этому направлению также у нас уделяется немаловажное значение. У нас есть федеральный закон, который звучит о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
нами такая же информация в сети интернет отслеживается. То есть это та информация, которая может вызвать неадекватное поведение у несовершеннолетних, непосредственно нести вред их психическому, нравственному и физическому развитию. Вот. То есть этому также уделяется достаточно большое внимание, учитывая все-таки о том, что несовершеннолетние лица также являются активными пользователями сети интернет и также могут столкнуться с такой информацией. А также, говоря о защите детей от информации, которая может принести им вред, хочу отметить, что нами также принимаются меры по проверки наличия в образовательных организациях установленных контентных фильтров на компьютерах для того, чтобы дети, находясь в образовательных учреждениях, не имели доступа к такой информации. И, Сергей Александрович, рекомендации для всех от вас? Ну, здесь рекомендаций может быть несколько. То есть первая, конечно, основная рекомендация – это не поддаваться той информации, которая призывает к совершению каких-либо противоправных действий, то есть не использовать эту информацию для осуществления каких-то незаконных действий, то есть то же самое информация по продаже дипломов в случае его приобретения, как мы уже говорили, она может повлечь и непосредственно уголовную ответственность того лица, который приобрел указанный диплом и использовал его в последующем. Вот. И вторая рекомендация, она больше такая, как совет гражданам, для того, что если они сталкиваются с подобной информацией в сети интернет, чтобы они проявили активность и посредством электронных средств связи информировали об этом уполномоченный орган Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике. Спасибо, Сергей Александрович. На этом у нас все. До свидания, до новых встреч.